13 августа текущего года сотрудники ДПС несли службу на улице Чапаева, города Дзержинска, Нижегородской области. Около половины пятого утра они заметили автомобиль, который двигался, постоянно меняя траекторию движения, и было похоже, что водитель за рулем не трезв. Они подали сигнал об остановке транспортного средства через СГУ, однако водитель проигнорировал его и продолжил движение, причем он увеличил скорость и попытался скрыться от сотрудников полиции. Сотрудники ДПС организовали преследование данного гражданина, вызвали на помощь еще два наряда полиции и продолжили его преследование. При попытке скрыться от преследования патрульными автомобилями данный гражданин демонстрировал агрессивную манеру езды. Он выезжал на полосу встречного движения, сбил дорожный знак, постоянно пересекал сплошную, двойную сплошную, нарушал разметку, создавал опасность для других участников дорожного движения, в том числе произвел столкновение с двумя автомобилями полиции. Водитель был предупрежден сотрудниками полиции через громкоговорящее устройство о намерении применить для остановки его автомобиля оружие, однако ни после предупреждения, ни после применения оружия добровольно данное транспортное средство не остановил, продолжал движение и пытался по-прежнему скрыться от преследования. В результате дальнейшего преследования он произвел столкновение с одним из патрульных автомобилей, после чего обе машины съехали в кювет. После этого данный гражданин был задержан. После задержания он был доставлен в управление МВД России по городу Дзержинск, где была установлена его личность. Оказалось, что это 28-летний житель Тверской области. Ранее он уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности. Он находился в состоянии опьянения, и именно это было причиной того, что он пытался скрыться от сотрудников полиции. В настоящее время в отношении него составлено более 10 протоколов в административных правонарушениях, которые он совершил во время погони, и сейчас он подвергнут административному задержанию до решения суда.